С 25 по 27 октября состоялась 4-я международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы романских языков и современные методики их преподавания». Мероприятие было организовано кафедрой романской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Были затронуты такие важные вопросы, как жанровое своеобразие, новаторство и традиции современной российской и европейской драмы, языковые особенности разных регионов. Особое внимание уделили методике преподавания иностранных языков и переводоведения. Ценность ее в том, что она охватывает, во-первых, как те романские языки, которые представлены у нас в институте, это испанский и французский. Кроме того, аспекты филологии, дидактики, переводоведения, в общем, очень широкий спектр проблем. А цель данного мероприятия для чего проводят? Ну, во-первых, сплотить ученых-романистов, которые работают по всей России по этим проблемам. И во-вторых, даже мы его проводим больше и для студентов, чтобы они поняли и видели, чем занимаются их преподаватели, какие направления научной деятельности представлены у нас. Мероприятие объединило ученых России, Франции, Испании, работающих в области лингвистических и лингводидактических исследований романских языков, а также межкультурной коммуникации и языковых контактов. Программа конференции включала в себя посещение спектаклей казанских театров, читки современной российской и западноевропейской драмы, встречи с деятелями театра, круглые столы. Елизавета Евтефеева, Руслан Уразаев, Универньюз.